В 2020 году дороги в Гродно претерпели существенные изменения. Очень много дорог, имеющих важное транспортное значение, были отремонтированы и улучшены. В основном ремонтные работы велись в центре города. Но и на выезде из города дороги скоро тоже станут гораздо лучше. Сейчас ремонтируется участок дороги Р-42 Гродно-Гожа, граница Литовской республики, от въезда в город Гродно. Его протяженность 1484 метра. Ремонта здесь не было порядка 15 лет. При этом здесь высокая интенсивность движения. И больше грузы, и много легковых автомобилей, и общественный транспорт. Одним словом, нагрузка на дорожное полотно серьезная. Разумеется, за все эти годы на покрытии такая нагрузка сказывалась не самым благоприятным образом. Колейности, трещины, разрушения, ямы только огорчали автолюбителей и не способствовали комфортной езде. Сейчас выполняются работы по переустройству покрытия на подъезде к жилому микрорайону Зарица. Значит, в ходе ремонта планируется отремонтировать покрытие, мост, отремонтировать съезды с автодороги и 6 автобусных остановок. Кроме того, уже с начала года здесь был выполнен ремонт велопешеходной дорожки шириной 2,5 метра и протяженностью 1370 метров. Планируется, что уже в конце ноября дорожные работы будут полностью закончены. Финансируется проект из республиканского бюджета.